Привет! Сегодня будем изготавливать на этот мотоблок домкрат-опрокидыватель. Для чего вообще он нужен? Ну, во-первых, наверное, при смене всякого рода вот таких вот приблуд на него. Все перекрытили. Постоянно возникает такая проблема, что, блин, ну неудобно. Вот, в интернете очень полно всяких разных самоделок по этому поводу. Два, по-моему, из них я делал, но они, как бы сказать, мне не понравились. Но сегодня я хочу изготовить, это опять же, как бы сказать, не моя идея, а идея уже тоже взята с интернета. Вот. Для этого я вот нашел трубу. Есть у меня кое-какие... Как они правильно сказать? Схемы. Потом видно бляд. Ты эту баню затопил, наверное, вообще в баню пойдем. Топили вы? Надо, я у вас не знаю, как сделать. Воды только набрала, блядь, не затопил, блядь. Ну, затопил, наверное. Ну, отлично. Баня, что ли, отлично. Отлично. Надо где пешком будет сесть. Вот и все. А? Он не шляется, видишь, какие дела важны, Галина Сергеевна. Пошел он нахуй, у него дела. Он туда не сможет пойти, если... Уже будет другое совершенно. Человек ориентация. Так залудить только можно. Да нет, какие здесь залудить. Целый день, блядь, туда-сюда ходит. С Кузьмичом больно-то не залудишь, бля. Это чистый не залудишь, а он залудит. Ну нет. А ты сейчас же Готовим. Вот они, детали. Вот первая деталь. Упор. Вторая деталь. Третья деталь. И четвертая деталь. Вот она. Я ее вот так вот распилил, так как диаметр трубы сюда не подходит. Ну, потом покажу, как все это будет. Вот теперь устанавливаем так. Это трубы были из-под отопления, поэтому... Thank you.
Так, что, дела немножко идут? Осталось еще небольшие прихваточки. 2-3 штучки. Будем тестировать. Тестостероновые. Okay.
все детали. Сейчас еще. А эту штуку надо вот обварить. Везде, блядь, все сыромятина. Здесь все шляпа полная. Ну ничего, будем справляться. Будем. Будем его красить. Золотой цвет. Взять табуреточку, сигареточку, кофеечку, самогонку. Ну, самогонка святое. Николаевич, сельчанин ТВ. Кстати, да, подписывайтесь, ссылку оставлю, где там все приготовил. Вот это все. Короче, кролика так вот разложил как-то по-своему. Да, Валер? Кисть, привет. Наступила весна, и пора открывать шашлычный мангальный сезон. Хотя у меня уже давно наступил. Готов, наш кролик. Почернел как угол.